Уроки отменяются, но учиться все равно придется. Школы Ненецкого округа перешли на дистанционную форму обучения. Все задания направляются через электронный журнал. Подробнее о том, как организована работа школ на период карантина, в материале моей коллеги Ольги Руссол. Четвероклассник Илья Сидоров переходу на дистанционное обучение обрадовался. Впрочем, как и любой школьник, теперь задания круглый отличник получает от мамы и самостоятельно их выполняет. Ведь на носу всероссийские проверочные работы. Домашние задания... Подготовка к ВПР, по математике, по окружающему и по русскому языку и еще какие-то там упражнения. При дистанционном обучении нагрузка ложится и на плечи родителей. Они не только контролируют выполнение работ своими детьми, но и по возможности объясняют новые темы. Это благо у нас пока начальная школа, может быть, в этом плане попроще, да, есть возможность у родителей объяснить. Но я думаю, что сложность составляет и для старшеклассников. Вот. Сейчас у нас должно было быть выпускные проверочные работы, но дело в том, что у нас весь класс на протяжении всего года мы по субботам занимались, подготавливались к написанию выпускных работ, поэтому я думаю, что тем более, что мой ребенок пока в начальной школе учится на отлично, я думаю, что проблем с написанием не будет. Все задания школьникам на период дистанционного обучения учителя отправляют с помощью электронного дневника. Школьникам рекомендуется получать знания самостоятельно с привлечением различных ресурсов, в том числе и российской электронной школы. В связи с распоряжением департамента мы перешли на обучение в дистанционной форме. Задание дается через интернет, это электронный дневник, это различные интернет-ресурсы, которыми сейчас учителя пользуются и дети тоже. И вот в таком дистанционном режиме, благодаря нашему интернету, мы и работаем. Интернет-курсы, онлайн-уроки, выбор средств, благодаря которым школьники могут получить знания, велик и разнообразен. По признанию педагогов, такой формат обучения интересен, но требует большой отдачи от учителя. Учитель не меньше работает, да. Некоторые учителя работают допоздна, дома проверяют все это, потому что некоторым детям очень нравится, допустим, делать больше заданий. Есть такие, что присылают по два, по три. Там орнаменты, например, Людмиле Александровне прислали, хотя задавала всего один. Вот. Поэтому в какой-то мере, да, мы побольше работаем даже. Проверка качества знаний на дистанционном обучении тоже привычный процесс. Какие-то работы проверяются по окончании карантина. В некоторых школах выполнение заданий отправляют учителю на электронную почту, мессенджеры и социальные сети. Мне кажется, никаких трудностей не представляет. Это все родители приучены через электронный журнал. Все интересно и увлекательно. А дети? И детям тоже. Детям очень нравится. Допустим, задание по технологии родители фотографируют и отправляют мне через Вайбер на телефон. Я оценивать могу таким способом. Даже стихи, которые можно выучить, дети учат, снимают родители на телефон и также отправляют учителю. Остается добавить, что вынужденные каникулы для школьников продлятся до 12 апреля. Ольга Руссол, Вадим Носкин, Вадим Стасюк, телеканал «Север».